В последнее время в обществе обсуждается решение правительства Российской Федерации направить в следующем году все взносы на страховую часть пенсии. Страховая часть – это та составляющая, которую гарантированно увеличивает государство и ежегодно индексирует ее. Никакого изъятия или конфискации пенсионных накоплений не происходит. Все средства пенсионные накопления россиян сохраняются в полном объеме. Речь идет лишь о том, что все страховые взносы, которые работодатели перечисляют на накопительную часть пенсии работающих граждан 67-го года и моложе, 67-го года рождения и моложе, формирующих пенсионные накопления в системе обязательного пенсионного страхования, в 2014 году направляется и в 2015 году также будут направляться на формирование страховой части будущих пенсионеров. Страховая пенсия – это ответственность государства, а накопительная – частных компаний. Сейчас все взносы работодателей перечисляют на страховую часть. И когда придет время выхода на пенсию, то она будет определяться с учетом сумм, которые перечислялись на нее. Сейчас все пенсионные накопления граждан продолжают инвестироваться, так что изъятий никаких не производится.